Привет, друзья! Анатолий Ширья. Недавно вышел ролик о том, что Бойко и Левочкина исключили из партии оппозиционный блок. И я, Анатолий Шари, мол, типа, вот порошенковских, то бишь Бойко и Левочкина, поперли из оппозиционного блока. Ну, у меня сразу такой вопрос. А Медведчук, он тоже за Порошенко? И сразу покажу голосование, как оппозиционный блок голосовал за порошенковский закон о вывозе леса в ЕС под видом дров. Все сокрушались о том, что вот карпатский лес вывозят в ЕС, и у Анатолия Ширяя есть картины с карпатским лесом. А как жалко карпатский лес. И успешно все проголосовали. Вот посмотрим, как проголосовал Новинский и Вилкул по поводу этого закона. И Новинский, и Вилкул проголосовали за то, чтобы карпатский лес вывозился под видом дров. Это порошенковский закон. А теперь посмотрим, как проголосовал Бойко и Левочкин вместе с Рабиновичем. Бойко не голосовал, Левочкина не было, его сестра не голосовала, при том, что Бойко и Левочкина были в зале, но они решили не голосовать. Рабинович тоже отсутствовал. Ну и посмотрим, как голосовал Мураев по этому же закону. Он отсутствовал, ему до карпатского леса как бы... Так вот, я не пойму, откуда вот это вот у Анатолия, он почитал бы хоть каких экспертов, а то он как-то, ну, после того, как Рабинович объединился с Медведчуком, который всегда был за Тимошенко, а потом впоследствии они объединились с Бойко, я думал, что уже как бы отпадет это. Нет, Анатолий все равно, нет, это порошенковский. Но Медведчук всегда был, ну, почитай специалиста, он всегда был... Тимошенковский. Он за нее топил, и он предполагал это. И сейчас, насколько я знаю, предполагает, что Тимошенко станет президентом. Ну и за что выгнали Бойко и Левочкина? За сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции. Ну вы видели, как они голосовали и кто сотрудничал с властью. Но при том, что у Ахметова совместный бизнес с Порошенко и большая часть оппозиционного блока это ахметовские, то кто из них порошенковский? Всем пока.